Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я покажу, как вставить кембрик в тонкое отверстие мормышки. Это делается для того, чтобы устранить проблему перетирания лески об острые края отверстия. Итак, для этого нам понадобится кембрик и тонкое сверло. В качестве кембрика для этого очень хорошо подходит изоляция от провода витая пара. Эти провода используются в компьютерных сетях. А сверло должно быть такого диаметра, чтобы оно было немного, буквально немного толще, чем отверстие мормышки, но тоньше, чем наш кембрик. В принципе, вот и все. И сегодня мы будем вставлять кембрик вот в эту мормышку. Вначале берем наше сверло и проходим именно сквозь через отверстие мормышки. В данном случае у сверла есть две задачи. Первая задача — немного расширить уже существующие отверстия. И вторая задача — убрать всевозможные заусенцы или же мусор, которые могут быть внутри отверстия. Просверлили. Пока это откладываем в сторону. Теперь берем кембрик. И следующая задача — один из его концов растянуть, чтобы он стал максимально тонкий и влез в отверстие мормышки. Для этого я возьму тонкогубцы. Вот здесь зажимаем. И возьму вот такой медицинский зажим. И вот здесь зажимаем. И начинаем растягивать. Вот как видим, кембрик тянется и становится тонким. Вот так вот растянули. И теперь обрезаем вот эту ненужную часть с помощью ножниц. Причем обрезаем не вот так вот ровно, а под небольшим углом, чтобы край кембрика был не только тонким, но и острым. Теперь берем мормышку и со стороны крючка вставляем кембрик в отверстие. Вот тонкая его часть зашла, после чего удерживаем двумя пальцами за тело мормышки, а тонкий край чем-нибудь зажимаем и тянем. Тянем до тех пор, пока в отверстие не войдет нерастянутый кембрик. Вот. Кембрик вошел, причем вошел очень плотно и никуда отсюда теперь не денется. И нам, в принципе, осталось только обрезать лишние концы. Только обрезаем не под самый корешок, а оставляем буквально по миллиметру или по полмиллиметра. Обрезаем одну часть. И вторую. Все, кембрик зафиксирован в отверстии мормышки. Теперь можно в него вставить леску. Вот, как видите, леска свободно прошла через кембрик. И сейчас я привяжу мормышку и покажу вам поближе, что у нас получилось. Вот я привязал мормышку, и как вы видите, на выходе из отверстия леска нигде не контактирует с металлом. И это полностью исключает ее перетирание. Благодаря такой простой манипуляции нам удастся в разы сократить потерю наших мормышек. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале. И не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.